Друзья, ну что, всем привет. У нас третья неделя нашей прокачки парикмахера в курсах Handcraft Master, который проходит в городе Сочи. Это курс, который длится 2,5 месяца. Сегодня третья неделя. У нас прошло две увлекательнейшие недели. Чуть-чуть скучное было начало. Это теория, это всегда неинтересно, но это очень важно. Буквально несколько дней. И самое интересное была у нас рисунок и скульптура. Это было нереально классно. Вы видели это прошлую неделю. Ребята по-настоящему ощутили ценность этого всего. И на этой неделе их ожидает начало практики. Наконец-таки ребята начнут стричь и изучать технологический процесс. На этой неделе у нас стартует программа геометрии мужских стрижек и блок по колористике. Первое, что мы должны определить, это окантовочную линию роста волос. Вот смотрите, я сейчас нарисовал здесь подбородок, вот тут нос, вот тут этот нос, он же может быть и вот здесь вот где-нибудь вот такой. А кто-то скажет, на кончик носа ориентируемся, да, кто-то же такие, я видел, слышал, что на носе, я говорю, а нос не может быть где-нибудь такой. Вот. Согласитесь, баланс какой-то не очень. Я уже достаточно сказал излишне. Сейчас будем смотреть. Ребята сейчас чертят, занимаются геометрией. Основное то, что мы должны знать, основное то, что мы должны понимать, это геометрия в наших стрижках. Это как раз-таки программа геометрии мужских стрижек уже началась. Вроде бы все просто, какая-то окантовочная линия, какое-то ее построение, какой-то баланс с лицом, но на самом деле все совсем непросто. И уже Антон из Иркутска схлопотал у нас одну двоечку. А вот. Зачем в эфир-то ты мне это говоришь? А я говорю это специально. Спасибо. Антон, тебе привет. Вот. Первая двоечка у нас есть. Вот. Но на самом деле кто-то может расстроиться этой двоечке, но я уверен, что Антон именно из-за такой оценки это действительно поймет, и у него будет меньше вопросов. Потому что если поставить 7 пятерочки, они скажут, ну ладно, 5,5, все, я сдал, все хорошо. А как, Антон, показать еще то, что ты пришел двоечником, останешься отличным? Я в жизни никогда двойки не получал. Представляешь, всегда двое первый раз. Мне даже по геометрии двойки не было. А давайте, знаете, как поступим, ты мне просто потом ее передашь и все. У нас есть только два варианта, ребят, для всех это. У нас есть попали, либо не попали. Если попали, то у нас будет 5, если не попали, у нас будет 2. Подожди, вот смотри, ну вот я тоже так же отмерила. Не, подожди, слушай, да, дорогой, как нет, так, ну, как 2? Нет, ну я неправильно поняла, вот смотри. Сейчас, когда они это закончат, будет вообще трэш для них. У нас Роман, походу, пару получил. Он очень неплохо шел так, но мы сделаем пару. Че, подумаешь, ему минус 3 балла, что плохо, что будет? Ты не одинок. Все фотографии каждого выберите первое, второе, третье, четвертое и пятое место, то, что вам нравится. И мы с вами начнем, когда вы выберете это, мы начнем обсуждать. Кто нарисовал на первое место, сейчас посмотрим, у кого больше голосов будет. Я только что Жене прям рассказывал очень подробно о том, что можно, о том, что нельзя. Можно все. Нельзя? Что значит нельзя? И получается, растет он у тебя здесь. Вот смотришь ты сейчас на себя в зеркало. Должна быть эта линия какая? Вот параллельно лбу. Параллельно лбу. Дальше давайте, кто еще смелый у нас? Арслан, говори. Я первое место. Арслан. Где ты? Окантовка неправильная. Поставили. Ну сейчас мы выберем всех, кто считает, что первое место. Давайте. Аня.
она такая вот громадная. Вы знаете, такая... есть такая штука. Вот так вот сидит клиент, и парикмахер говорит, вот так наклоняет ему голову, просто физически. И рисует ему ручку зонтика. Ну. Потому что он думает, что там будет ручка зонтика. Знаете, что делают? Каким образом выстраивают краевую линию, чтобы она была приближена к идеалу? Выщипывают. Выщипывают. Все вот это выщипывают. А для чего это нужно вам рассказать? Интересно мне знать, что думают об этом ребята. Давайте их послушаем. Сегодня были очень и очень интересные темы. Ну, конечно, нас Юра сегодня помучил. Но ничего, продуктивно. Вроде бы мы к концу дня немножко его раздобрили своей работой. Мы проходили именно краевые линии, именно как правильно выставить плоскости, чтобы вот навести красоту. Краевые рисовали. Вообще такие уродские сначала нарисовали, капец. Сегодня, конечно, был у нас очень насыщенный день, очень интересный. Буквально вот с утра мы начали работать над краевыми линиями. Сегодня изучали золотое сечение, это правильные пропорции и геометрия относительно конкретного человека. Я научилась делать это, выводить симметрично краевую линию. Золотое сечение почувствовала, поняла баланс в пропорции лица и как правильно строить краевую линию. Ну, много для себя, конечно, нового открыли. И когда ты выстраиваешь это на бумаге, ты понимаешь, что вот это идеальная линия, это идеальная форма. И я вот пыталась мужа, допустим, подстричь, как я это видела. И сейчас я понимаю, вот в чем, ну, как бы нюанс, почему у меня не получалось так красиво, как это делает Юра. Это в моей жизни вообще новое. Я понимаю, что такое золотое сечение. Я слышала это о новой теме такое. Но когда окунаешься в эту тему, получается совсем в моей голове каша мала. В жизни золотого сечения получается, что и в нашем мире, и в искусстве очень много. Вчера было лучше, вчера мы отдыхали на море, но сегодня день был, можно сказать, тяжелый, но и очень-очень полезный. Потому что сегодня мы проходили самые важные стрижки, это краевые линии. Ой, сегодня чего только не было. Краевая как правильно должна быть, а не как получится. Все столько много нового. В общем, вроде справились, но поначалу было очень сложно. Друзья, сегодня мы искали золотую середину или золотое сечение. Ну, в общем, это было непросто, я скажу вам, потому что, ну, там своя как формула своя, нужно ее там вычислить, определить, и не на глаз, а четко так вот. И когда ты пробуешь, понимаешь, что почему раньше этого не давали в базовом курсе, почему не давали на повышение, когда ты повышался. Сейчас уже прошло столько лет, сколько я потратил. За 12 лет я приехал к Юре и думаю, боже, сколько времени потерял. Ты мог узнать это раньше. Все делала очень плохо, ужасно, я делала на глаз. И ребенок, сын мне все время говорил, мам, почему у меня эта линия так, а вот это ты делаешь вот так все время? Почему ты режешь вот эту, а вот эту вот так? Я ходила вокруг ребенка, бегала с одной стороны на другую сторону. Думала, да что ж я с ним делаю? Не так, я не могла понять. И только сегодня то, что Юра открыл мне этот секрет, золотое сечение, оказывается, есть. И на этом золотом сечении построены все пропорции в природе, в окружающей среде. Каждый человек состоит из этого золотого сечения. Возьми элементарно яйцо, вилок капусты, везде будет золотое сечение. И благодаря этому можно построить даже вилок капусты. Возьми, сделать ему краевую линию правильно. Я просто как бы сейчас под эмоциями чуть-чуть, конечно, такое занятие сложное. Время так это, весь день мы, конечно, занимались сегодня. Очень, очень тяжело, но Юрий всегда объясняет так все доступным языком. Даже я такой вот, как бы, человек с нуля пришел. Для меня это было на самом деле очень тяжело. В общем, очень интересная тема по поводу краевых линий. Мне вообще очень интересно было. Я не ожидал, что такой подход может быть к краевым линиям, настолько интересно. Мы рассматривали сегодня классические краевые линии. Я
Я даже... Что будет дальше, я даже не представляю себе, насколько интересно будет. Я надеюсь, что да, поняла, но все равно еще что нужно работать над собой. Какие-то нюансы, я какие-то мелочи могу не заметить. Юра подправляет, и понимаешь, ага, вот в чем проблема. Дорабатываешь. Чтобы правильно вывести эту линию, нужно смотреть на баланс лица, видеть золотое сечение. Ну, это для тех, кто приедет сюда учиться, Юра объяснит, я не буду сейчас раскрывать все секреты. Но для нас стало более четко понятно. Допустим, дома, когда я делала краевую линию своему сыну, у меня не было понятия о золотом сечении. А теперь я уже знаю, что нужно делать, и учла свои ошибки, которые я допускала при построении краевой линии. В общем, у нас был сегодня реально нереально сложный день. Прямо вот реально нереально сложный день. Мы сегодня целый день работаем с краевыми линиями, а именно с идеальным балансом краевой линии. Как строить краевую линию, на что основываться при построении краевой линии. Ребята сейчас дорисовывают наши шаблончики. У них сейчас будет зачет, некий экзамен, нарисовать краевую линию на лысом манекене. И мне очень интересно, кто из ребят как справится. Очень волнительно, очень сложно. Хочется, чтобы каждый понял. Вижу, что понимание пока не у всех пришло. Вижу, что где-то в каких-то моментах из-за большого количества ориентиров на, скажем, голове, некоторые ребята путаются. Мы ждем, пока ребята закончат построение краевой линии в рисунке. Сейчас они покажут то, как они переспали ночь с усвоенным вчера материалом. Переспали ночь с материалом. И мы начнем ее визуализировать. Ребята уже умеют работать с массой для лепки, с пластилином. У нас есть вот такие классные манекены. И мы будем переносить наше понимание, то, что мы уже нарисовали, мы будем переносить на фактический манекен, создавая идеальную классическую краевую линию. Посмотрим то, как насколько усвоили ребята этот материал. И, собственно, будем переходить плавно уже на стрижечки на наших клиентов любимых. У нас пришли ножницы от наших партнеров компании Сантачи. Кстати, один из ребят, который войдет в тройку лучших, получит приз, это ножницы от компании Сантачи. Какие, мы расскажем потом чуть позже. В общем, я доволен. Рисунок и лепка скульптуры реально сработали, на мой взгляд. Я думаю, что если бы им это задание дать без вчерашнего нашего дня, нифига бы не было вообще. И это было бы просто вот так и об стол. Но мне остается только ждать практики клиентов, и где мы уже сможем действительно эти манекены бритвами. Петя Иванчук, Петр Иванчук, ждем тебя. Будешь учить ребят работать бритвой, после чего они приступят к клиентам. Андрюха Живаев тоже будет учить работать бритвой. После этого они приступят к клиентам, к окантовочной линии, к оформлению бороды. Очень надеюсь и искренне верю в том, что все, что мы сейчас делаем, им реально пригодится. Они это вспомнят, и не будет так, что на практике она встанет такая: я все забыла. Нет, так же не будет. Конечно, нет. Очень мне понравилось. Вообще мне все понравились. Но очень мне понравилось, вот как вот они прям вот. Знаете, я сидел вот с той стороны, и мне сначала понравились ребята, которые сидят вот здесь. То есть это Саша, Роман и Карина. Я видел, что они прям вот получаются прям одинаковые такие, прям вот
прям вот чистенький, вот прям то, что надо. Вот это, знаете, вылизывание, вот это вот то, что я люблю, когда лучший враг хорошего, когда вот ее все вот-вот прям вот, ну, прям вот, ох, пока клиента вот прям не оближешь, нет. Мне очень понравилась вот, вот эта троица наша. Это у нас Наталья Магадан. Это у нас Лейла, Казахстан. Лейла, и Анна Геленджик. Ну и там куча Иркутск, еще там я уже читал комментарии. Молодцы, девчонки. Сегодня третья неделя, 17-й день. Я хотел сказать, что сегодня будет разгрузочка. Мы меньше будем думать о теории, письменно ломать голову свою там теоретическим материалом. И сегодня хотел сказать, что мы отдохнем на практике. Но передумал. Потому что для тех, кто не знает ничего, конечно, будет чуть-чуть проще. Для тех, кто знает правила градуировки, то есть будет сегодня небольшое ломание мозга. Сегодня мы начинаем программу первого степа, первая работа. Ребята приступают к изучению технологического процесса на манекене. Поехали! Теперь смотрите, все, стоим вот так и держим. Я рисую вам. Вы будете говорить, ножницы плохие, еще что-то плохое. Вот, они висят, палец просто опускает и поднимает. Он даже туда не вставлен. То есть он просто вот, снаружи. Так что прядь была параллельно. Посмотрел на то, что я чесал, параллельно ли она. Вот. Именно в свободном падении, если мы соединим вот этот вот угол с этим. Ну, я сейчас смотрю конкретно на вот этот зубец, который смотрит у меня относительно моего основания 90 градусов, а волосы смотрят вниз. И я понимаю, что волосы мне нужно вычесать вот так вот в 90 градусов. То, с чем я сюда приезжал, мои надежды полностью оправдываются. В общем, все очень сильно нравится. Школа, конечно, сильная, очень сильная. Таких школ у нас в городе, не только в городе, вообще в стране очень мало. Скажем так, их можно по пальцам посчитать, но у Юрия Жданова самая сильная школа именно в академической стрижке мужских стрижек, скажем так. Я вообще не жалею, что я сюда приехал. Конечно, каша сейчас для меня, но я сейчас приду домой, посплю, там где-то утром рано встану, начну читать, там прочитывать заново свой материал, где-то в интернете залезу, почитаю, но я не жалею, что я сюда приехал, я всегда образовываюсь и начинаю дальше читать. Конечно, трудно, ну и всем трудно. Это здорово. У нас 19-й день курса Handcraft Master. Заткнитесь там за дверью, мы уже третий дубль снимаем. Ну что, друзья, сегодня у нас 19-й день курса Handcraft Master. Сегодня начинается колористика, у нас третья неделя уже. У нас в гостях Евгений Яркович, это наш преподаватель курса Handcraft Master, эксперт в области колористики. Расскажи, Жень, что сегодня будет, чем ты удивишь ребят, в чем основная задача наша состоит.
Ну, чем я их удивлю? Я им вначале расскажу, естественно, что такое основы колористики, что значит колористика в целом и как красить вообще. И красить, естественно, мы будем на нашем любимом бренде. Это Вэлла, которая большим удовольствием предоставила нам всю продукцию для этого. Спасибо огромное компании Вэлла. Мы являемся творческими партнерами компании Вэлла. Чуть попозже мы подробно расскажем, чем конкретно будем красить. Также покажем часть технологического процесса нанесения красителя. Тоже их смешиваем. Какой у нас получается? И он имеет оттенок, на что глазу приятнее смотреть, да, вот на это, чем на это. Теперь перейдем непосредственно уже к продуктам, которыми мы будем работать. Объясню, почему мы выбрали конкретно именно Вэллу для мужской колористики, для мужского зала. В принципе, в каждом бренде есть стойкие, перманентные красители и все прочее. Но в Вэлле есть такой уникальный продукт, который лучше всего подходит для мужского зала. Называется Illumina. Он может быть как и перманентный краситель, так и полуперманентный. То бишь работать как и безмячный, так и с мячным. Им можно красить стойкие цвета и можно им тонировать. Здесь все цвета холодные, насыщенные, блестящие и натуральные. Здесь сейчас стоит продукция та, которая нам понадобится именно в мужском зале. Больше, в принципе, для мужского зала нам ничего не надо, поэтому я непосредственно останавливаюсь на этих, да, красителях. Есть такой краситель, как Color Touch. Он безымячный. Он не поднимает нам фона осветления, про который мы сейчас говорили. И потом в конце, когда мы уже смываем обесвечивающий, то обязательно вот такой стабилизатор. Он идет именно для обесвечивающих, для обесвечивающей серии. Мы его наносим. Вначале мы помыли шампунем, промокнули полотенцем, чтобы вода не текла, ничего. И потом наносим на 5 минут этот стабилизатор. Мы порошок вроде бы смыли, обесвечивание все не будет, а вялотекущий процесс, именно разрушение волоса самого, оно будет дальше происходить. И стабилизатором мы как раз стабилизируем вот этот вот вялотекущий процесс, который у нас был. И волос разрушаться не будет дальше. Наш сегодняшний день, четверг, подходит к концу. Закончилась сегодня колористика, ребята немножечко пописали. Завтра они начнут красить вот этого парня. Какой техники вы узнаете завтра. А сегодня мы немножечко поработаем еще ручками. Еще буквально 2 часа. И пойдем в баиньки. Затемнение идет от корня, концы всегда у нас самые светлые, да, у нас все равно тогда плавный переход получается. Хвостик у вас оставался сзади, чтобы этот хвостик у вас сюда подкладывался. Объясню сейчас почему. Поэтому вы должны стараться максимально близко к корню, но при этом не залазить за фольгу. Вы за этим должны очень сильно следить. У нас фольга должна быть очень плотно упакована для того, чтобы она потом не сползла у нас. Вам удобно таких держать? Ну как, вы так? Угу. Вообще ничего не удобно, да? Я вообще в этом деле... Я понимаю, но просто сразу... Что ты какой-то? Я все выбираем, нам удобно. Желательно вот фольгу то, что не вы двигать. Сейчас сделали, это прям уже такие профессиональные у вас мазки были. Видите, у вас прям на первой встрече уже все получается. В смысле? Что это сделали? Все правильно. Ты сказал, я говорю правильно, хорошо сделали. Взяли колористом будешь. Смотри, приедешь, будешь. И вот давайте, лично для вас я показывала, да, как втройне складывать. Попробуйте ее втройне сложить. Помните, как я показывала? Нет. У нас работает фольмачка. А, все, понял. Обалденный. Вначале кончик. Это совсем маленькие, где-то лучше. Еще больше? Ты прям по самому 5 подгибаешь? Да. По самому 5. Положили, и потом следующую.
наносится после окрашивания вместо какого-либо бальзама или кондиционера. Чтобы нигде не было никаких пятен, нигде ничего не засветилось. И чтобы все было максимально близко к корню. Это будет очень важно. Сегодня цель, если у нас мужчина с удлиненной стрижкой и хочет что-то такое вот высветлить, какое-то интересное новое цветовое решение себе принести, то мы сегодня занимаемся тем, что мы делаем классическое эмилирование, так как это самая первая основа, которая есть. Но здесь выше у нас будет смешанная техника вместе с AirTouch. Мы будем смешивать, чтобы узнать все техники, которые могут применяться именно в мужском зале. Я передаю привет, конечно, в первую очередь моей семье, которая очень и очень поддержала меня и финансово, и морально в моей поездке в Академию Handcraft. Вот. Большое им спасибо за понимание. А также нашему городу, моему салону любимому, тоже большой-большой привет. Я много где по России была, получается, Новороссийск может за меня поболеть, Иркутск, само собой, Черемхово, Хабаровск, Ростов. Ну, если кого забыла, потом вспомню. В общем, всем большой привет. Смотрите обязательно эфир. На самом деле очень важно. Вот мы вот читаем эти комментарии как бальзам на душу. То есть они очень важны. То есть, ну, вот этот взгляд со стороны вот одобрения. Ну, лично мне это важно. Мне уверенности немного не хватает. Мне важно, чтобы со стороны сказали, что все хорошо, все получится. Ты молодец, ля-ля, ты пуля. Вот, поэтому пишите, мы очень рады. На родине? Да, вся родина болеет. Ну, вообще, мало кто знает, что я поехал. Иванова, привет. Болеем за Иванова. Семье привет. Люблю, целую. Ждите с победой. Марина, папа, привет. Я вас очень люблю. Я за вас постоянно переживаю. Вы у меня сейчас остались только одни. И я здесь, вы там у меня в Иркутске одни. Я вас люблю. Вы знаете об этом. Привет, Иркутск. Привет, моя семья. Всем большое передаю своим клиентам, своим родным, близким, друзьям, соседям. Приходите к нам сюда, на стрижке, потому что я сама из Сочи. Вот, надеюсь, что я вас здесь увижу и буду для вас хорошим мастером. Интересно мне, кто, какая сейчас у ребят будет реакция. Они первый раз видят этот кубок. Какая у них будет реакция? Это первое место, гран-при, лучший на курсе Handcraft Master. Кто из ребят займет его? Какие будут у них сейчас глаза, когда они его увидят? Пойдем посмотрим. Лейла на место. Кто? Кто-то один из вас вот это получит. Это будет стоять у вас в салоне, где-то там еще. Что там написано? Скажите, что за камера? Handcraft, культура мужских парикмахеров. Не настоящий. Скажите, что за камера? Handcraft Сочи 2018. Все, мы... Ребята, вы в последнем выпуске, в 12-й, на 12 неделе увидите, кто же из ребят все-таки будет обладателем этого кубка. Кубка Handcraft Master 2018. Болейте за свой город.